Ну, все-таки игры играми, но и про жизнь страны забывать нельзя. В Бразилии эстафету олимпийского огня попытались сорвать местные госслужащие. Им задерживают зарплату, и они пошли на решительный шаг, который, вот, ну, скажем, разумным назвать сложно. Они попытались погасить пламя. Группа молодых людей даже хотела отобрать факел, чем спровоцировало столкновение с полицией. Пришлось стражам порядка применить против участников акции резиновые пули и слезоточивый газ. Демонстранты в ответ закидали полицейских камнями, из-за беспорядков эстафету олимпийского огня приостановили. А к автобусу факел уже несли под прикрытием стражи порядка. А есть и те, для кого олимпийский огонь стал заветной мечтой и даже помог выжить. Среди тех, кто нес факел, был мальчик из Ирландии, 13-летний Марк О'Брайен. Мне всегда был интересен спорт и особенно олимпийские игры. Несколько лет назад я был сильно болен, и 4 года назад у меня появилась мечта нести олимпийский огонь на играх 2016. И это стало моей мотивацией. Я выздоровел, начал писать письма в олимпийские комитеты и в итоге получил положительный ответ.